украинскому языку и литературе учит детей Лидия Андреевна Овчаренко. В городе Донецке хорошо знают эту отзывчивую женщину, которая пользуется любовью у ребят. У Лидии Андреевны большой и славный жизненный путь. На этих старых любительских фотографиях Лида снята в первые дни Великой Отечественной войны. Фронтовые дороги девушки с Украины закончились в Берлине в майские дни 1945 года. Лиду, хозяйку Бранденбургских ворот, снимали в те дни все фронтовые фоторепортеры и кинооператоры. Вот эти кинокадры. Ну кто я? Простая деревенская девушка. Училась в школе десятилетки. Потом, когда началась война, пошла уже великий путь. Пошла путь через всю Украину.